Сегодня вечером будет классно. Принес колонку, цвета музыка, будет цвета музыка. Как темнеет? Когда темнеет? Что в 9-10? Что в 9-10? Наверное, в 10. Ну, полдесятого. Полдесятого, наверное. Уже 9 скоро, да. А до скольки сегодня? Как обычно, до 11 до 23, а потом сам морг. В группе там ругались эти народ. На что? Маша вброс сделала, что типа что за фигня, что у вас за музыка говёная. Маша Машновская. Вот моя. Это точно. А? Это точно плохая. Читала, да? Нет, не читала. Но вот эта мелодия точно плохая. Не, она за другое вообще, она там типа крутая. Типа, что за херня, почему на 3 счета нечеткая музыка, а на 4 счета вообще мало, и такую фигню какую-то, как будто кто-то понимает это. А все началось с того, что я пригласил, а она говорит, а мы на 3 счета будем танцевать или на 4? Я говорю, Маша, успокойся. Я вообще без счета танцую, я танцую акробатику. Она обиделась. Что мы с тобой там учили? Что-то сложное. Ну, давай дощечки еще поделаем. Поддержка. А ты что, назад это не откидываешься? Дурой только что. А? Помнишь, я историю про вилку и сосиску? Вот эта вилка, вот он-то в середину сосиски, правильно? А когда в дощечку, тело прямое. А как я узнаю? Как ты узнаешь? Вот смотри, я тебя держу под спину. Под спину держу. Поддержка, да? Под спину держу, поддержка, да? Да? Ну, вот, сейчас вот смотри. Не держу под спину, дощечка, тело ровное. Держу под спину, видишь? Разницу чувствуешь? А теперь смотри. Держу под спину. Не держу под спину. Разница есть? В другую сторону то же самое. Держу под спину. Не-не-не. Ну смотри, держу под спину, откину. Да, теперь оп, не держу. Есть разница? Можешь не подниматься, я тебя сам подниму. Теперь камикадзе. Защечка.
наступать, но нежно. Тогда можно еще раз попробовать, да. Супер. Я уже меньше наслаждаюсь. Ладно, начинаем программу акробатику. Первый прыжок просто вверх, который я лифт называю. Упор в руку. Отлично. Так. Присаживайся и прыгаешь. Да, просто я повернулся. Ты просто присаживаешься и прыгаешь. И теперь опять нет? Теперь можно откинуться, да? Потом ножницы. А? Ножницы, говорю. Ну вот ножницы, смотри. Я поняла, да. Ну, безумный Самарцев, подходи. Видишь, что делают? Дули мать. Это не акробатика, это позерство. Что это? Позерство. Ну, то есть акробатика, то, что идется красиво на скорости. А если я тебя подниму, просто положу на плечо, это будет грузчик в лесу, например. Делаем эту штуку. Откидываешь голову, поддержка, да, и потом спрыгиваешь. Вот смотри на ноги, если ты вот эту ногу подкинешь, то вторая пойдет автоматом. Высоко. Если ты высоко подкинешь, вторая пойдет автоматом. Откинулась, потом раз, подкидываешь высоко ногу. А куда я встаю? Вверх. Понятно. Старость, радость, молодость, гадость. Может, я не так подкидываю? Вот смотри, что делает Самарцев. Бревна в лесу. Взял и обнял и крутит. Это акробатика? Это так любой... Не знаю, любой, я не разбираюсь. Любой бухой насильник в лесу-то свою жертву будет делать. Переходим на более сложные вещи. Помнишь нашу березку? Да. Да? Да. Помнишь? Ну медленно тогда. Сменка на животик. Да. Отход пошла. Ближнюю ногу к пупу поднимаешь к моему. Получилось? Типа да. Мы сейчас запрыгиваем, забыли сделать. Запрыгиваем, забыли сделать, ладно. На руку? На талию ногами. Помнишь, мы делали, да? Ой, а? Не хочешь? Я, не хочу, я хочу акробатику, но не хочу делать акробатику. Я хочу все кроме этого. А Бэтмен? Боковое запрыгивание.
Константином Клосса. Константин Клосс, это не знаешь, наверное, кто такой, да? Это с Питера акробат. Он в Питере. Я его видел, он танцует на рыбацкой стрелке там. Классно, подружился с ним. Он посмотрел на акробатику, говорит, да, девушки не те пошли. Сейчас надо их крутить самих, они ничего не делают. Раньше, говорит, помню, подбегает, делает колесо, встает это самое. Перед тобой на руки, ногами, перед носом у тебя машут. А где сейчас это все, бля? У Йоков ёкнуло, да? Ну давай, короче, этот штурвал, он про что, чего не делает. Попростую освоим. Пистолетик, знаешь, что такое? Слышала. А? Видела, но не помню. Ну, не знаю. Ладно, делаем. Видела, смотрите, я завожу, типа, как в американку, только мимо. Потом поворачиваю, кладу на эту ногу талии. Одну ногу ты сгибаешь, другую поднимаешь. О, Господи. Надо ниже тебя положить, да? Ниже? Не знаю, я никогда не видел какие там, потому что это у меня за спиной девушки там какую-то поднимают, какую красивее. Наверное, кто какую. Да, вот типа да. Давай передохнем, что-то вспотел, у тебя там шнипера. Ветро. Рубашку потею быстро. Отдохну пару композиций, потом еще потанцуем, если твой не подойдет. Пойду мороженое куплю. Что-то в рубашке, одел рубашку сегодня для понтов. И